Всем привет из Киева, меня зовут Оксана, и сегодня я вам хочу предоставить некоторые недостатки весьма известных наборов. Данные факты бережно мной отмечались в результате просмотра ваших видео на протяжении года. В счет не берется цена набора, так как есть наборы настолько дорогие, что достоинством это назвать никак нельзя. Massaga World. Заказано китайскими производителями. Начну я с наборов от фирмы «Золотое руно». Среди жалоб на эти наборы я отметила две самые главные жалобы. Это нехватка ниток. Не во всех наборах, но в некоторых их не хватает. И второе – это крутящиеся нитки Мадейра. Как мы знаем, нитки Мадейра чуть тоньше всех остальных ниток, таких как DMC или Анкор, например. И, возможно, по этой причине они скручиваются в узелки. Также поступает много жалоб о том, что в наборах «Золотое руно» нитки нарезаны слишком коротко. И некоторым не нравится черно-белая схема. Хотя я, напротив, такие схемы просто обожаю. Такая любимая всеми фирма Риолис грешит, на мой взгляд, очень существенным недостатком. Все бы хорошо, и шерстяные ниточки, и нитки Анкор все хвалят, и дизайны у них замечательные, но очень часто встречается несоответствие картинки на обложке набора тому, что вы получаете в результате. Я имею в виду цветопередачу. В наборах Neocraft мы наблюдаем ту же самую проблему, что и у «Золотого руна». Коротко нарезаны нитки. Это действительно, согласитесь, крайне неудобно, когда нам хочется вышивать, не отвлекаясь на постоянную смену ниточки. В этих наборах также попадаются некачественные иглы, которые, к сожалению, рвут ниточку. По наборам Майкла Паула могу сказать только одно. Слышала жалобы на нехватку ниток. Такую же жалобу о нехватке ниток очень часто слышала относительно наборов Анкор, в частности марки Maya. Но по поводу Анкор следует поговорить подробнее. Оказывается, Анкор допускает себе такую оплошность, как ошибки в схеме. Отсутствие значка, например, из схемы в ключе к ней. Также раздражает рукодельниц непродуманный бэк, лохматящиеся нитки и, самое главное, линька этих ниток. Да, что бы вы ни говорили, но случаются ситуации, когда нитки в наборах Анкор линяют. На вкусненькое я вам оставила наборы от Dimensions. Но сначала я вам расскажу про Designworks. Здесь, конечно, полный букет недостатков. Мне кажется, эти наборы сами по себе сплошной недостаток, кроме, конечно же, самого дизайна, что отлично подчеркнуто в названии фирмы. Дизайны у этих наборов просто потрясающие, но неопрятность комплекта, неровно обрезанная канва, погнутые иглы, неразобранные нитки, ужасно мелкая, плохо пропечатанная схема катастрофически портят впечатление от данного набора. Я уже молчу про цену. Ну и долгожданный герой этого обзора, конечно же, Dimensions. Сразу перейду к перечислению недостатков. Нитки ужасного качества по отношению к DMC. Крутятся, махрятся. Даже появляется пушок на крестиках, я сама наблюдала этот эффект. Точно так же не хватает ниток в наборах. Раньше, конечно, Dimensions по первому требованию присылали необходимые нитки, но сейчас пошли такие слухи на YouTube, что Dimensions их не высылает или высылает не каждому просящему. Если это так, подтвердите в комментариях, потому что я в этом пока не уверена. Dimensions также страдает мелкой схемой. Приходится постоянно ее увеличивать, ксерокопировать, если у вас хоть чуть-чуть зрение не стопроцентное. Ужасно неудобные пятизначные номера ниток на органайзере. Пока вы найдете нужный вам номер, вы уже забудете, какой номер, собственно, вы искали. Dimensions также страдает гипержесткой канвой. Это, конечно, хорошо, но в меру. Недавно обнаружившийся косяк – это путаница в цветах. Если честно, я такого еще не видела. Цвета отличаются оттенками, так как они из разных партий, или же совершенно перепутаны значки. Посмотрите видео об этом Татики N обязательно. На этом все. Здесь нет наборов, возможно, известных всем, но просто меня не интересовавших. Восполнить данный пробел в комментариях я призываю вас, моих зрителей, так как опыта работы с наборами у вас однозначно гораздо больше. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч!